я серьезно, сам все видел. Да, я верю, верю. Ты, главное, продолжай. В общем, в прошлую пятницу я шел домой из бара, и мне навстречу идет женщина. Вся шатается, но, думаю, пьяная. Так-так-так. Скажи-ка, а сам ты тогда сколько выпил? Ну, хватит, я был почти трезв. Как же? Да послушай ты, она подошла ближе и... Ты бы видел, ее глаза, ее нос, все лицо будто было сгнившим. Она была как труп, ходячий труп, бро. Ха, прям моя жена. Никогда такого не видел. Спать с тех пор не могу. Тише, тише, успокойся. Просто держись там и не поддавайся страху, окей? В точку. Если испугаться и замешкать, они вопьются в тебя зубами. Я сам видел, как... О, серьезно? На самом интересном. Поспать бы. Ох, бля! Как же так? Что же мне делать? Никого нет? Странно. А? Эй! Есть кто? Тут что-то не так. Вы как? Ждите здесь. Я вернусь.
Тут нечего делать. Офицер, вам помочь? Сэр, не подходите! Эй! Отпусти его! Живо! Помогите! Вот, блядь! Стоять! Я выстрелю! Ты цела? Да, вроде бы. Спасибо. Рано радуешься. Взгляни. Вот черт. Я не знаю. Надеюсь, в участке что-то знают. Погоди, ты коп? Да, Леон Кеннеди. А ты? Клэр. Клэр Редфилд. Живешь тут? Нет. Ищу брата. Он тоже коп. Что ж, рад, что мы встретились. Не знаю, чего еще ожидать.
вниманию всех горожан. В связи со вспышкой эпидемии рекомендуем вам укрыться в полицейском участке Ракун-Сити. Бесплатная еда и лекарства будут предоставлены всем нуждающимся. Боже, как такое возможно? В участке должны что-то знать. Уже близко. Да, но... что, если никто не выжил, и мы последние? Нет, кто-то выжил. Должен был. Город большой. Придется пройтись. Скорее пробежаться. Да, в точку. Черт! Блин. Леон, сдавай назад! Что за... Ох, Ев. На выход. Быстро! Не могу! Держись! Тут опасно! Иди вперед! Встретимся в участке! Понял тебя!